И о спорте. Реванш Миниев-Исмаилов не состоится. Боец ММА Магомед Исмаилов покинул промоушен Fight Nights. Спортсмен принял решение о переходе в другую бойцовскую лигу сразу после поединка с Владимиром Минеевым. По словам президента Fight Nights Global Камила Гаджиева, Магомед сообщил ему о переговорах с другой организацией и, по всей видимости, получил более выгодное предложение. Также Гаджиев сообщил, что реванш Исмаилов и Минеев теперь не состоится. Сейчас блогер-боец готовится к своему дебюту в организации АСА, где проведет свой первый поединок 27 апреля в Москве. Напомню, что Исмаилов имеет рекорд из 13 побед и 2 поражений. В бою с Владимиром Минеевым была зафиксирована ничья.